Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада всех приветствовать на моем канале, всем доброе утро. Да, вот я сегодня для вас готовлю овсяной блин. Беру 1 столовую ложку, 2 столовую ложку и еще половинку. Это у меня идет геркулес. Геркулес идет быстрого приготовления. Сейчас я буду себе готовить на завтрак овсяной блин. Очень-очень-очень вкусный. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Можно его готовить на молоке, а можно готовить на кефире. Сегодня его приготовлю на кефире. Доливаю, значит, хлопья геркулесовые, кефир. Вот так, раз, два, три, четыре столовые ложки кефира доливаю. Можно долить молока вместо кефира. Перемешиваю. И сюда же отправляю 2 яйца. 2 яйца отправляю. Вот так. И сейчас я все это венчиком хорошенько перемешаю. Перемешаю. Так. Мой хороший. Вот так все перемешаем хорошенько. И дам настояться хотя бы минут 5. Пусть настоится, да? Конечно, надо еще подсолить немножко. Щепотку сольки добавить. Вот. Опять перемешаю сейчас. Получается очень вкусно. На молоке вкусно, на кефире вкусно. Ну, уже там сами смотрите, готовьте, пробуйте, как вам больше понравится. Мне нравится и так, и так. Если готовите на кефире, то можно еще добавить немножко грамм просто разрыхлителя. Вот. Но я не добавляю. Вот. Перемешала. Сейчас немножко добавлю зелени. Лук у меня свежий, а укропчик свежезамороженный. Вот так немножко добавлю. И еще раз все перемешаю. Все. Пусть постоит 5 минут. И буду выпекать. Итак, мои хорошие, я нагрела сковороду без масла. И выливаю в сковороду наш овсяный блин. И вот так распределяю по всей сковороде. Вот так оставляю и на медленном огне запекаю наш овсяный блин примерно, ну, минут 7 с одной стороны и минут 7 с другой стороны на медленном огне. По желанию можно прикрыть крышкой. Итак, мои хорошие, блин с одной стороны у меня испекся. Сейчас его переверну при помощи лопатки. И буду пропекать вторую сторону. Смотрите, какой красавец у меня получился. Очень красивый будет блин. И вкусный, кстати. Очень даже вкусный. Обязательно попробуйте этот рецепт. Не прогадаете. Ну вот и все, мои хорошие. Овсяный блин у меня приготовился. Сейчас я переложу его на тарелку и покажу вам. Вот так. Смотрите сами. Красота и вкуснота. Красота и вкуснота. Кстати, с другой стороны блин тоже получился очень даже красивый. Вот, посмотрите. Пропекся. Вот так. Сейчас можно наш блинчик вот так порезать. И подать со сметанкой на завтрак. Будет очень даже вкусно. Вот так. Давайте вот так сейчас приготовлю. Смотрите, какой он в разрезе. Очень вкусный. Вот так. И сейчас сметанки еще подам. И будет вообще просто замечательно.
Итак, мои хорошие, очень вкусный овсяный блин у меня получился. Немножко посыплю зеленью, придам такой более красивый вид нашему блинчику. И можно, конечно же, попробовать. Обязательно попробуйте. Знаете, получается, правда, очень-очень вкусное. Всем вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и легкого снижения веса. С вами ваша Елена. Рецепт в описании видео. Удачи вам, люблю вас. Спасибо за внимание.